Эдуард, приветствую. Добрый день. Очень приятно познакомиться. Можно я тоже присяду? Да, конечно. Эдуард, спасибо, что согласились со мной пообщаться. Знаю то, что у вас сейчас перерыв. Согласились пожертвовать своим перерывом, чтобы рассказать свою историю. Второй раз мне сказали, что вы здесь уже. Это верно? Да, как и есть. Первый раз приезжали на какой срок? Первый раз я был здесь в прошлом году. Угу. 2 месяца. Моим. Угу. Значит, это был, ну, для меня это был ознакомительный визит, да. Потому что я решил все-таки изучить английский язык в середине своей жизни. Да. И так как уже возраст у меня, скажем так, не юношеский, угу, для меня достаточно трудно. И мне, в общем, было все непонятно, насколько это сложно, вообще реально, нереально, что такое английская школа за рубежом. Угу. Вот, поэтому я приехал на 2 месяца на Мальту. Mm-hmm. Я был low beginner, то есть практически... Практически ноль. Да, да, есть еще стартер, вот, ну, следующий уровень, ну, практически, да, начинающий уровень. И какой прогресс, какой сейчас уровень? А, сейчас я upper intermediate, то есть это предпоследний уровень. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Slow beginner, so upper intermediate, получается, за год это большой скачок. Ну, да, ну, по всем таким усредненным расчетам, да, нужен, если ты хочешь с начального уровня подняться практически до advanced уровня, нужен где-то год, академический год для обучения. Я могу рекомендовать, и, может быть, даже сказать, настоятельно рекомендовать эту школу, потому что это действительно золотая середина. Mm-hmm. Это действительно золотая середина между качеством обучения и стоимостью. Стоимость здесь очень невысокая, особенно если у тебя длительный курс обучения. Mm-hmm. Это одна из, наверное, самых низких стоимостей. Ну, я говорю про длительный курс. Про короткий курс, особенно в высокий сезон, там цены разные. Но они разные у всех. Mm-hmm. Вот. Если ты обучаешься долго, больше 3 месяца, школа предоставляет очень хорошие скидки по финансам. Mm-hmm. Вот, качество обучения на высоте. Лучшего я желать, скажем, для себя не могу. Это точно я говорю без всякой иронии, без всякой ухмылки. Вот, плюс, естественно, здесь есть дополнительные бонусы от школы. Здесь бесплатный фитнес-зал. А, да? Да, бесплатный фитнес-зал для студентов, бесплатный бассейн. Замечательно. То есть, и